Привет всем! Сегодня 2 июля 2024 года, около 7 часов вечера. Как вы поживаете в эти жаркие июльские дни? Я переношу как-то это все очень тяжко, но сейчас вечером прошлась по газону и распрыскала специальным своим опрыскивателем для гербицида. Гербицидом по газону, и особенно прошлась пристально и аккуратно под сливой, распрыскивая гербицид на поросль. Ой, она, конечно, очень сильно ползет, вылезает на газоне в совершенно неожиданных местах, может на клумбе вылезти. Очень сорное, конечно, это растение. А вчера вечером, приблизительно в это же время, я обработала все розы вот этим препаратом ПФК Лерос, соответственно, от клеща профилактически и от мучнистой росы. Заметила на двух розах скручивание листьев. Ну и вот этим раствором серы концентрации 100 мл на 10 литров воды обработала розы. Сначала, конечно, немножко мне не понравился вид. Ну, тиавиджет тоже оставляет после себя такие белесый налет. Но сегодня смотрю, вся листва чистая, подтеки куда-то исчезли за ночь, может быть, благодаря росе. Это пьяно собирается, набирает бутоны. Вот, и листва выглядит нормально, а то все стояли с такими белыми потеками некрасивыми. Тиавиджет или ПФК Лерос, вот этот препарат, можно использовать. Очень красиво у меня сейчас цветет Барон Жиро де Лейн, роза 1897 года, названная в честь французского политика. Обалденный куст. Роза старинная, но пока болячек я не вижу. Здесь набирает бутоны японка Замок Черники. Будет такой пыльно-белый сиреневый цвет. Но Барон Жиро де Лейн очень хорош. Помпанелла все еще цветет. Вот это вот помпанеллы, высокие побеги. И барон, ну где-то, наверное, 1 м на 1 м 10 см. Рядышком очень симпатичные букеты выдает роза Шато Барбероль. Это саженец был куплен в Русрозе в 2020 году. Грандифлора, ну, где-то 1 м высотой, где-то 60 см ширина. Необыкновенно красивая роза, свадебный букет, такая красотка. Чиппендейл у меня отрос с нуля практически. Ну, посмотрим, как он будет цвести. Из новенького и хорошие новости. Например, роза кетчуп и горчица. Раньше был большой куст. Сейчас вот тоже нарос буквально от пня. Люблю эту розу. Кетчуп и горчица. Вот такая красивая флорибунда. Summer Lodge еще пока тоже отрастает. И моя любимица Ани Дюпре вот в таком состоянии. Как будто я ее только что посадила. Все эти годы был хороший большой желтенький кустик. Элди Брайт Вайт.
два куста красиво распустились. Скорее всего, вставлю фотографии некоторых роз, которые мой муж снимал. Где Bright White обильно цветет и будет еще цвести Firebird, жар-птица. Вот такой красивый кустик каждый год наращивает. Удлиненные листочки тоже красивые, немножко с темным кантом. Это для нее нормально, это особенность сорта. Очень симпатично выглядит роза Delarc Ascending Остинка. Сейчас вечер, и вот эти цветочки закрылись, ну, и по краешкам чуть-чуть запеклись, но днем были как глазки такие раскрытые. Эту розу, конечно, надо наблюдать на просвет. Как бы так уловить. Необыкновенная нежность. Это Surir de Havre. Surir de Havre. Спускается. Так, а это не Surir de Havre. Это Chateau de Varmarcus. Вот я уже срезала с него цветы, поэтому он сейчас вот в такой стадии. Очень красивый Lark Ascending. Наверное, 1,30 м по высоте. Поставила ей такую опору. Распустилась обожаемая мной роза Леди Белград. Так сложно ее снимать. Рюши кораллово-оранжевого цвета. Прекрасный бутон. Здесь она рядом с Жаном Кокто. Необыкновенно хорошо сочетаются. Так, как-то их вместе в кадр. Леди Белград. Жан Кокто. Шон Вомзи. И Флорибунда Байланда. Вон какая обильная. Братья Гримм. Братья Гримм. Баланда и Шон Помси на разных стадиях. Вот красивый бутон. Молодцы, роза держится хорошо. Вчера вечером проливала их. Сегодня продолжила. Местами обрезаю уже алисум на второе цветение. Он уже отцветает. Ну вот срезаю наполовину, наверное. Так. Терлимбурге. Ну, тут замечательная. Небольшая флорибунда. Ну где-то у меня 50 на 40 сантиметров. Айсфунгель. Прекрасный Distant Drums. У него великолепный запах. Если кто еще не нюхал Distant Drums, принюхайтесь, не пожалеете. Ни с чем не сравнимый запах, какой-то уникальный. Еще второй саженец. Кустик Жан Кокто и Аои. Вот это вот все Аои. Японка. Ну вот уже какие-то цветы в соцветиях отцветает, выгорает. Вот такие пепельно-серые становятся. Шахерезада все еще цветет. А это лавандер Пиноккио. Лавандер Пиноккио тоже необыкновенная роза. Здесь Акрополис 1 и Акрополис
второй. Вот так тоже отцветает чайными пакетиками. Так, это, по-моему, роза Mami Blue. Сейчас я проверю. Да, это Mami Blue, чайная гибридная роза. Плотно они у меня тут посажены, но, тем не менее, никто никому не мешает. Rosen Fascination. Или Rosen Fascination. Ну, будет еще очень обильное цветение. Сейчас фокус. Вот это все один его куст. Акрополис. А это роза Blue Girl. Вот такое у меня тут сиренево-лавандовое облако образовалось на этой клумбе. Если повернуться направо, то мы здесь увидим Ханса Геневейна, пену. Это Ханс Геневейн где-то тут. Алнвик Роуз, Ханс Геневейн, Мархен Залбер. Молодец, держится на такой жаре. Ну, вот это старые цветы, раскрывает новые. Мархен Залбер невероятно красив. Вот это тоже он. В общем, здесь у меня бело-розовая пена. Но скоро сюда добавится ярких красок благодаря Аскоту. Розочка Сесиль де Валанж. Такая пятиконечная звезда. Симпатичная малышка. Она в этом году подросла, потому что Акрополис... У Акрополиса несколько побегов выломало ветром, и ей достался свет. Это тоже Ханс Геневейн. Вот такая у меня тут пышная история. Оборачиваюсь вот сюда, видим Крокус Роуз. Крокус Роуз. Какая красота. И Клематис Тайга. Вот так забрался на спирею серую. Он тут еще и на своей опоре, плюс еще забрался на спирею. Это Чарльз Остин. Продолжим дальше наше путешествие. Леди Эмма Гамильтон все еще продолжает раскрываться. Королева Швеции. Распустилась чайно-гибридная роза Джаз Джои. Обалденный цветок, такой классический бутон, вся тоже отросла буквально с земли, ничего после заморозков от нее не осталось. Здесь Абрахам Дерби,
или Дарби. Рядышком Бриксби Джерри Дуте. Очень обильный. В этом году просто невероятный красавец. Бриксби Джерри Дуте. А рококо со своими рюшами. Я к ней подойду с другой стороны. Хайди Клу. На этот раз я ее вспомнила, как она называется. А у меня здесь почему-то вымерз клематис. По идее, он должен быть уже метр с лишним. Но в этом году на этом месте он вылез поздно. И вот такой маленький. Но худо без добра не бывает. Он открыл свет Хайди Клу. Разрослась в этом году, как ни странно, очень пышненько. И ромашки здесь поднялись. И даже роза China Girl, которая, в общем-то, как-то мимолетное ее цветение для меня проходило. Красавица. Умница, очень обильно цветет в этом году. С одной стороны, China Girl притеняет Леди Шалот. Вот такая огромная, сейчас я ее покажу с этой стороны. Вот такой куст. Так, фокус. А с другой стороны, притенял Клематис. Ну и поэтому China Girl, наверное, не получала достаточно света. И вот они вместе с Хайди Клум очень хорошо наросли в этом году. А клематис — это интегрифолия. Little Artist он называется. Он должен быть вот таким. Вот он. Это немножко другой сорт. А, тоже клематис интегрифолия. Вот он в опоре находится. Ну вот и там тоже такой же куст должен был быть. Но почему-то не вырос. Роза Наутика. Тоже любимое сиреневое облако. Многие розоводы покупают ее в штамбовой версии. Но я не люблю морочиться со штамбами. Ни с какими. Ни штамбами роз, ни других привитых растений. Тем более хвойных на штамбе. Ну, это так, личные предпочтения. Это Леди Шалот. Я вам все показываю. Огромный куст вот так вот буквой В у меня нарос. А недавно пересаженные из грядки роза Modern Art чувствует себя хорошо. Цветы от жары вот эти поплавились уже. Ну, некоторые бутоны раскрываются. Здесь распускается роза Mascara. Интересная. Ой, вот такая ароматная. Поздние луки распускаются. Такие бордовые кончики уже появляются. Но Just Joy великолепная. Чайно-гибридная роза. Так. Абрахам Дерби с этой стороны. Тоже невероятно почему-то обилен в этом году. Первый раз его таким вижу. Twilight Zone. В разной степени
и отцветает. Вот здесь какой же прям темно-темно черничный. Рококо, какая же красотка. От поевка Лерос не попортились. Цветы я, конечно, без разбору поливала, опрыскивала. Ну вот, все в порядке. На второй день вроде бы все держится. Шалот, ну это что-то с чем-то. Это потрясающая роза. Так. Здесь... как тебя зовут? Я забыла, как ее зовут. Надо же. А, Грейс. Ну, почему-то она такая немножко странноватая. От жары, наверное. Это Лидия. Такая. Спрей. И совершенно всегда вонючая Rhapsody in Blue. Ну, конечно, ароматная, красивая, все понятно. Голенастая. Мало побегов, и они все лысые, потому что я обобрала всю больную листву. Ну, вот еще осталось, но каждый год с ней одно и то же. То и кто-нибудь поест. Вот остальные нормальные. А ее то кто-нибудь поест, то она чем-нибудь заразится. И стоит вот такая вот. Ну, цветет. Оранж моздок ярко здесь. И дальше тоже огромный куст, не менее огромный, чем Леди Шалот. Это принцесса Маргарет. На заднем плане Вероника Аструн. Принцесса Маргарет. Тоже необыкновенная красотка. Порт Санлайт, здравствуйте. Мы вас так давно не видели. Порт Санлайт распускается здесь на углу клумбы. И здесь совершенно потрясающе цветет Лоран Каброль и Poet's Wife. Poet's Wife. Я бы тоже не сказала, что она у меня очень здоровая. Ну, очень нежная роза. Big Purple. И распускается на нижних побегах Антик 89. Сложно заснять его цвет. Так, сейчас я попробую. Клубничный. Ну, когда распустится, надеюсь, еще покажу. Golden Celebration цветет буквально на том, на чем он успел, то, что он успел отрастить, на том и цветет. Здоровущие его побеги я обрезала сравнительно недавно. И прекрасен лоскобель. Надо успеть запечатлеть цветение, потому что сейчас очень-очень жарко, но обещают какие-то дожди и грозы. В общем, надо ловить момент. Здесь Pepper Lodge и Desdemona. Есть очень неплохие фотографии, которые муж сделал. Я, пожалуй, их сюда добавлю. Здесь правохлебка 2 метра, и она у меня в опоре. Вот здесь такой уголок.
Антидемон отцветает. Чарльз Дарвин. Ну, вот какие-то цветочки отцветают. И вот будут новые бутоны. Бельведер горит. Горит своим коралловым цветом. Жаль, камера нет, не передает этот коралловый цвет. Jubilee Celebration и роза карамелла. Jubilee. И это тоже все Jubilee. Среди ячменя гривастого Jubilee. Вот какой симпатичный раскрывающийся бутон у карамеллы. На заднем плане босковый. И вот это один побег Вестерленда. Все, что от него осталось, бедняга. Личил Тенджел. С этой стороны Лоран Каброль. Своими рюшами, как будто он увеличенный по густоте Жан Кокто. Если их посадить вместе, Жан Кокто, Лоран Каброль и, допустим, Леди Белград, это будет потрясающе. Это Айсфогель и вот такой длинный-длинный у него побег. Все стянуто веревочками, все подвязано. Мне не надо больше разрушений. Помпанелла. Ой, не помпанелла, а пастелла. Пастелла. На заднем плане чашка из H&M. Роль Даль. Тоже на одном побеге. Poets Wife, Лоран Каброль. Ну и Blue for You. Недавно пересаженный из грядки Хитклифф. Ну, запекается он на солнышке, конечно. Новые бутоны. Хитклифф на заднем плане пытается расти Грэхэм Томас. Ну и вот дождались цветения Навалиса. Навалиса похож цвет старой Лимбурги. Ну и здесь в этом угловом треугольном розарии расцвела лавандер айс. Тоже цвет похож на валис. Начинает свое цветение Мария Терезия. Вот это ее побеги. Я думал, не восстановится, но нет. Молодец. Пьер все держится. Его цветы очень долго держатся, конечно. Вот так вот уже отцветает белыми зефиринами. Ой, мне главное видео не затянуть, а то опять будет превышение всех норм. Ну и с этой стороны Леонардо да Винчи. Вот так подвязанный к двум палочкам Леонардо и Оливия. Оливия Остин.
клематис президент отцветает. Я обрезаю его, все вот эти вот отцветшие побеги срезаю, чтобы его запустить на второе цветение. Так, сейчас поднимемся на подпорную стенку. Букет парфе меня не очень радует. Ну ладно, пусть растет. А очень радует Дженни Роз Гарднер. Моя любимица, моя красавица. Ой, только утром был красивый цветок, но запекся, опадает. И вот его красивое соцветие, которое было отвернуто от солнца. Вот так вот вам сниму. Еще с этой стороны. Дженни Роз Гарднер. Такой у нее замечательный бутончик. Так. Вот такой букетик. И бутончик, и полураскрытие. И уже один цветок облетел. Да, она недолго держит свои цветы. Но она невероятно красива. И ароматно. Вот еще будут новые побеги, которые я подвязала на всякий случай, чтобы никаких крушений не случилось. И здесь я вам покажу розы Домен де Курсон. Вот так покажу сначала сверху. Дельфиниумы все еще держатся. Вот такая она обильная красавица. Домен де Курсон. Тоже притянута к опоре. И вот так на закатном солнце выглядят дельфиниумы. И тут тень такая красивая на стене. Обильнейшая плетистая роза. Очень мощная. Достаточно долго держит цветок. Долго во время дождей, во время жары. Обильная. Вот сколько еще цветов будет. И очень хорошо восстановилась после зимы. Сначала у нее были сохранены после зимы длинные побеги. Очень длинный туннель был. Я показывала, где-то 1-2 метра были у нее побеги. Но потом пришлось обрезать сантиметров их на 50. Очень аккуратно отцветает. Быстро нарастает. Вот такие у нее стволы. Я спустилась вниз. Вот так на закатном солнце смотрится эта роза. И правее Дженни Роз Гарднер. Хосты распустились. Ну, гортензии уже тоже побелели. Сияет роза Джон Клэр своим неоновым розовым цветом, светом. Очень красиво. Я к ней еще не подходила секатором, ничего не обрезала. Достаточно аккуратно она облетает. Ну, там где-то это все находится, эти все лепестки. Тут же появляются новые бутоны, она раскрывает.
аккуратная розочка. А, вот на ней, кстати говоря, остался этот налет почему-то от вчерашней обработки. На других розах я не видела такой белый налет от серной этой обработки. Дербейник. Харлукар. Так они хорошо перекликаются вместе. Джон Клэр. Клубнику тоже обработала заодно. Ну, тут и ягод-то нет. Думаю, вообще ее избавляться. Здесь цветет, продолжает цветение. Готовится к следующему Мэри Роуз и Монстедвуд. Монстедвуд, красавчик. Эстейси Вай. Готовится Джеймс Голвей. Опять сороки выдернули все этикетки. Ну и начинает свое обильное цветение роза Розенхольм. Скоро здесь будет просто пена розовых цветов. С этой стороны Клематис Мазурик. С этой стороны Розенхольм. Это все побеги на будущий год. Я их вот так сюда завернула. На них цветения в этом году не будет. Прикрепила вот такой железной скобой. А это побег прошлого года, который весь цветет. Вот такой Розенхольм. Урожай кабачков имеется. Салат плохо едим. Душистый горошек зацветает. Ангела, балерина. Тут без перемен пока. Еще больше раскрылась роза Просперити. Мускусный гибрид старинный. И раскрывается лапчатка. Гортензии тоже приливала вчера-сегодня. Ой, ну тут прям целый лес. И звонил Фрайс. На этой стороне от арки на левой раскрылся принц.
Маленький такой у меня, невысокий, сантиметров 40. Прекрасно цветет. Ванесса Белл. Александра Кентская. Ой, какой цветок большой внизу. Казалось бы, такой маленький побег и такой огромный цветок. Но у нее может быть и больше. Хоть Александра Кентская меня радует. Ну и Ванесса Белл молодец. Да и, в общем-то, как тебя зовут, прекрасный? Ну да, что ж я жалуюсь. Только Тизинг Джорджи здесь, вот на одном побеге. Клэр Матен. Вот такая симпатичная роза. Должна была быть выше и мощнее. Ну и Клематис. Мазурик. Так, против солнца я снимаю, ничего не видно. Он уже 2,5 метра взял. И вот так они должны встретиться когда-нибудь с Розенхольмом. Возле входа в дом сейчас вам покажу пенное цветение New Dawn. Два куста у меня здесь оказалось случайно. Внизу аспирин доцветает. Переходит в New Dawn через Веронику. Здесь Ancient Mariner, старый мореход, доцветает. И вот это все New Dawn. Внизу ее побеги. Вот выходит на передний план. Имка Марина невероятно долго, или Андре Бреше, держит свои цветы. Я уже, по-моему, в 3 последних роликах к ней подходила. И это все те же самые цветы. Постепенно раскрываются новые бутончики. Ну вот это самый старый цветок. Прекрасно держит. Прекрасный куст, здоровый. Такая очень кожистая, плотная листва. И прекрасные цветы. Цветет соцветиями очень-очень-очень обильно. Здесь расцвела шлосойтин. Это совершенно новые побеги этого года. Шлосойтин. Кажется, у нее цветочки были раньше побольше. Это первое цветение. Все, уже здесь надо все обрезать. А вот это вот новые распускающиеся цветы. Здесь место вакантное, здесь был когда-то Чандес Бьюти. Вот я сюда и хотела как раз пересадить Тоттеринг Бай Джентли, но не знаю, как будет сочетаться простоцветковая желтая обильная роза Остина сошло сойтен. Но мне хотелось бы иметь здесь широкий куст большой веселой розы рядом вот с этим голубым Клематисом Тагрифоли. Skyfall. Гортензия. Самый первый. Вот у нее такие большие соцветия. Буквицы надо уже обрезать. Ну и поднялись
соцветие хвост. Лапчатка. Пожалуй, на розе леди Шалот я с вами попрощаюсь. И на розе Чайна Гёрл. Желаю вам всего хорошего. Беречь свое здоровье в такую жару. Выходить на работу, защищая голову, с бутылкой воды. Всем всего хорошего. И пока-пока.